Буэнос, Диас, перцы. Я для вас снова заряд ваш экран, а это значит, что мы продолжаем катать в МФСМВ. Усаживайтесь поудобнее, берите ништячки и делайте громче. Будет жарко, поехали! Начнем с главного. В прошлой серии я, кажется, обещал лютейший челлендж с ментами. Целый сраный час. Поэтому давайте сделаем так. Чтобы было честно, сейчас мы просто набиваем статус 4 первой погони, скажем так. На второй погоне мы тупо выезжаем этот сраный час. Помните, как в прошлом челлендж был, где мы на третьем полчаса висели? Нет, стой, стой, минутку. То есть у меня сейчас задача съебаться, как только у меня будет четвертый статус. Может, даже какой-то пари зацеплю. Да вот время я по-любому цепану. Код 6 не останавливается. Пытаюсь столкнуть его с дороги. Потому что сосите хуй. Я вам живым не дамся. Подвинься, блядь. Вот с ментами можно и подрифтить. 10:36, пытался столкнуть вас с дороги. Серьезных повреждений нет. Fucking animals. Машин не хватает. Он тут творит черти что. Ага, нашли идиота. Вас поняли. Эхо 15. Подкрепление уже выехало. Честно. Надо просто идти достаточно чисто, но при этом не отрываясь. Объект вне поля зрения. Кто-нибудь видит его? Как бы нет резона сейчас слишком выебываться, громить все, что движется. Ну, просто вот тащить погоню. Я планирую догнать и заблокировать его. Держать хвост, как только. Как только, мать его, появляется четверка, надо свалить. Это, скажем так, подготовочка. Заодно посмотрим, сколько времени это на это понадобится. 10:23, ТБ. Два Дельта-4 на связи. Внимание, мы перекрыли дорогу. Следите за экранами. Первый бабах. Мне нужно пройти два заграда, но они шипастые. А это только на четвертом уровне. Поэтому все челленджи мы точно не сделаем. Минимальные. Объект уходит. И еще парочку заверните. А, не, одну все-таки. Он так обсчитал. I believe I can fly. Честно, у меня такое ощущение, что мы сейчас еще и эти нарушения завернем. Дайте-ка, кстати, посмотрим, какие у нас уже есть. Так, превышения скорости у нас нет. Поэтому нужно просто как следует поднавалить. Нарушитель не задержан. Он же атакует меня. Потому что нахер это пошло, вот почему. Я так чувствую, следующий подкреп будет уже с 15 орками. Надо засечь, на каком моменте у нас будет X3. 223 с вами. Всем участникам. 301. Ну, 3 ровно, грубо если. Теперь нам надо просечь, за какое время мы получим один сегмент. Это будет достаточно долго, я так понимаю. 10:33. Я повторяю, все срочно сюда. Поэтому огров придется сгонять довольно долго. Короче, мы выбьем все, кроме заграждения, с шипами. Блять, я в отрыв ушел.
Дайте притормажу, пусть добудем. Код 6 потерян в этом квадрате. А, еще одно нарушение с фармом, не глядя. Диспетчер, я остался один. Пришлите подкрепление. Группа экипажей, находимся, да, немного впереди, скоро будем. Короче, минуту на сегмент, если группа. Это два сегментов 10, то есть мне еще надо будет 9 минут дрочить. А это два круга. Ну, как раз. Сейчас раз стадион проскочим, и на второй раз можно будет на него заходить. Главное, чтобы вертушку не вызвали. Ну и главное, сейчас не кохнуть мента. О, щит! Зря я это сделал. 10-4, нарушитель задержан. Код 4. Прикрытию снизить скорость. Ждите новых вызовов. Ладно, сейчас возьмем жетончик, попробуем еще раз. Ну хотя, в принципе, потратить жетон, чтобы не сжигать сегменты. Че там у нас по хронометражу? Всего 6 минут. Херня. Ну че? Раз уж пошла такая пьянка. Парики у меня не получились таким макаром. Ну что ж, давайте тогда, знаете как? Сейчас попробуем выбить все одной погоней. Засечем время, когда у нас появится статус 4. И от этого времени отсчитаем час. Гранату будет час 10 катать. Внимание! Только что на меня было совершено нападение. Преследую нарушителя. Подтверждаю, выполняйте. Я тут подванговываю. Он не мог уйти далеко. В смысле, блядь? Патрульными. Внимание! Прежде чем скрыться, нарушитель двигался назад. Да поехал, чмо ебучее. Оцепление в радиусе 10 кварталов от точки. Вызов код 6. Разворачивай мусоровоз, скотина. Уточнить координаты. Подробности на экранах. А, не, все в порядке. Вот еще одна мусорка. Была. 10.39. Я подрежу его. 10.45. 10.45. Всем отойти от нарушителя. Он меня не пускает. Ущерб слишком велик. Давайте притормозим. Надеюсь, объект успокоится. Сфера 19. Мы здесь. Следуем за вами. Опытного растолкали. Все, финиш. Немедленно остановите машину. Да пошел ты в пизду. Останавливаться я тебе буду. Всем притормозить. Я дал запрос на заграждение трассы. Готовы? Ох ты ж, мать твою. Понял, есть. Что-то как-то огры резко поумнели, не находится. Блять, вот это вот... Отлично. С-джим, конечно, лютый. Он не подпускает меня к тебе. Ясен красен. Объект минного заграждения. Ну да. Сделать нам решение. Патрульная машина. Еще одна в минус. Еще 2500 рейдок с куста. Всем внимание. Формируем коробочку и нагоняем его. Как только он притормозит, взять его. Если 36, объект атакует нас. Я на самом деле просто пытаюсь не разложиться. Какой нахуй атакует?
Ай, блядь. Сука, хуя. Код 1033. Все, кто меня слышит, сюда. Бэбэ. Диспетчер, нужна скорая. Объект потравил машину. Браво, 2-6. Кто ко мне взывал? Кого звоним? Опа. Чё, не ждали щенки? Бобах. Там мясо, ребятки. До сих пор код 3. Нарушитель не задержан. Водитель, держи меня. В смысле, меня сзади придавили, что ли? Держите руки на виду, выходите из машины. Ух! Ус! Он не подпускает меня к тебе. Сукичи. Вроде вчетвером, но все равно, блин. Жопу сжимает качество. Подвиньтесь маленько, я проеду. Сейчас я его заторможу. Посмотрим, как ты теперь уйдешь от нас с такими повреждениями. Давай же ж вашу. Вызывайте подмогу. Нам нужно... Мне кажется, или мусарка разозлилась. Оба. Как-то красиво их миновал, не находится. Тяра ебаная. Пришлите кого-нибудь. Проблема со спецканалом. Уже устраняем, ждите. И еще минус заград. Он уходит. Новое заграждение. Быстро. Реально быстро. Приподнял передок, но да похуй. Ага, смотрите, на вас будут черти. Я потерял его. Начинаю поиск. Блять, только не дайте мне оторваться. Крылся. Срочно организуйте поиски. Свидетель сообщает, что объект следовал на север по 99-му шоссе. Я снова у него на хвосте. Удалось. Поехали. Заебал. Пес смердячий. Да. Что у нас там еще 3 сегмента осталось? Блять, в принципе, нормально. Диспетчер, я остался один. Пришлите кого-нибудь. Жетонов у меня, если что, осталось 3 штуки, так что у меня 3 попытки. Не считая вот это. Скажем, это нулевой заход. Он не мог уйти далеко. Как станция нулевой скачок. Вот три. Она же Гагарин. Марбите плутон. Кто играл, тут поймет. Может быть, эту игрушку мы тоже потом пройдем. Но там не игрушка, а целая трилогия. Опять же, подсказка. Кто знает, о чем я, напишите в комментах. Ладно, едем дальше. Браво 4-1. Вот это авария. На полной скорости. Ну да, а хули вы хотели? От вас еще иначе не оторвешься. Кстати, да, это хак. Вмазаться во встречный тягач, чтобы заставить мента проскочить вперед. Он носорог поехал. Так, перестроение. Блять, меня уже начинает потряхивать. Так, продолжительность есть, нарушения есть. Метки скоро будут, и останется просто 2 заграда с шипами. Ну, это так, вопрос времени. Вертушки, конечно, меня заебут. Я вам отвечаю. Ну да, где-то 1:08 нам надо будет провисеть по условиям. Ой, блять! Чуть не перевернулся. Бэмс. Он
Да, 6.30. Придется ему помочь. Давайте засекать, когда будут последние два сегмента. Нахуй, 15 орков. Бэм! Порча. Все. Ну, в принципе, все пари мы закрыли. Главное, сейчас просто будет не втемяшиться, никуда не разложиться. Усучек. Конечно. Смотрите на него. Объект идет сюда. Попробуем по-другому. У-у-у. Похоже, сам он не остановится. Так, попробуем 10.75, если догоним. Если догоним, ключевое слово, ага. Сейчас можно, вот, поскольку пари уже готовы, ну не считая, конечно, шипов, можно просто вот идти на расслабоне. Херачить как просто вот как можно чище. Чтобы не врюхаться случайно. Чтобы они меня не оттормозили. Случайно, блядь! Что я натворил? Не успел, по сути, начаться сам челлендж, уже случился лютейший сейв. Ну, с другой стороны, эта задержка мне более-менее выгодна, потому что я увеличил время круга. Тем самым я вы... Так. 10.75 всем машинам. Ждем приказа. Так, 8.35. О, а вот вертолет. Вот яки вон и на сграбы взяли, да и ментам вертолет выдали. Чёрни. На нахуй. На нахуй сказал. Это что же понтиаки, да? Оттесните Клэп-6 в левый ряд. Мы приготовили сюрприз. Всё чётенько. Оп. Нет, блять, просто так предугадал. Ну и, кстати говоря, поскольку добавили шипки, еще вот этот хуй. Все, пари кончились. Угу. Ничего, что мне поебать. Так. Хоть бы отконтрил. Придется прекращать эту игру в кошки-мышки. Я уже лечу на честном слове. Теперь, кстати говоря, надо реально гораздо внимательнее смотреть за заграждениями. Потому что они все шипасты. На четвертом туре. Так, мне нужно выкатать 1 час 8 минут и 31 секунду. Он объехал шипы. Угу. Нашли идиота. Подкреп. 20 машин. Я того рот ебал. Объект
объект прорвал заграждение. Конечно. Мы перекрыли дорогу. Попробуйте пригнать его к нам. Опять? Блять, ребятки. Джипешник все-таки перевернулся. Так, а ну-ка. Вон тот крайний, что более-менее безопасно. Сука! Фейл. Фейл. Вас поняли, код 4. Ладно. Нарушитель задержан. Раз уж пошла такая пьянка, наверное, все-таки сейчас мы завершим, а в следующий раз. Так. Жетон, естественно. Я не хочу терять попытку. Ну что ж, раз такая пьянка, я пока прощаюсь. Сделаю небольшой перерывчик, а потом... Ну, попробуем еще разок. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте пальцы вверх. До скорого!